Вітаю всіх в ефірі «Перші другі». І в гостях у нас сьогодні знаменитий журналіст. Ви його всі добре знаєте. У нас сьогодні в гостях Леонід Канфер. Добрий вечір. Леонід. Добрий вечір. Я очень рада тебя видеть. Вот и с тобой хотела поговорить, и давно хотела, и слава Богу, что ты пришел. Но спасибо, я... что пригласил. Один из найвідоміших військових журналістів. Він побував у найгарячіших місцях збройних конфліктів в Афганістані, Чечні, Грузії, а також на Донбасі. До подій на сході України Леонід жив і працював у Росії, але після знімань на війні серед сепаратистів відклав журналістську діяльність та згодом переїхав в Україну. Втім, нещодавно доля кинула виклик йому особисто. Лікарі знайшли у Леоніда рак. Сьогодні він не знає, скільки часу лишилося, але впевнено знімає, навчає і планує великі справи. Зокрема, проект на три букви 365. Його мета – протистояти хворобі і за відведений йому рік встигнути зробити все, що відкладав попередні 45. Понятно, що я почну з журналістики, тому що, собственно, все, що ми коли-то думали, що є журналістика, і все, що там багато лет считала журналистика, сегодня уже не имеет значения, на самом деле. Уже все, времена стремительно меняются, и да, там, кто бы мог подумать еще там 10 или 15 лет назад, что так быстро и стремительно закончится эпоха телевидения, например. Она, ну, совершенно очевидно заканчивается, да, потому что если посмотреть, кто смотрит телевизор, то, ну, понятно совершенно, что это такая финальная история. Как ты видишь сегодня вот в этих условиях задачи журналистов? Но на самом деле они же изменились. Раньше журналисты рассказывали первым все новости, сегодня не журналисты рассказывают их. Тогда что? Есть два вопроса. Во-первых, изменение формата, как способ донесения информации до зрителя и до потребителя. И второе, собственно, как меняются или не меняются стандарты. Вообще они должны существовать или нет? Потому что сегодня любой может прокукарекать, как-то первым он увидит какое-то событие, сфотографирует, сделает селфи и что-то скажет, и все, новость есть. И уже есть даже не новость, а ее интерпретация, да? И даже нечего бежать ради нескольких строчек газеты. Ну, представьте, когда мы бежали с ПТС-ками, с этими тарелками, которые стоят миллионы, там, да, разворачиваться и так далее. Сейчас вот любой мобильник вот оказался, и все. Все, новость есть, она везде просто, везде. Это с одной стороны. И это, конечно, заставляет меняться и думать о том, что в этом смысле делать. Ну, то есть вообще, есть быть профессией или не быть? Мой ответ – быть, потому что, понимаешь, все ведь умеют танцевать. Ну, как-то худо-бедно, если уж там включить музыку, сказать, мы потанцуем. Я вспомнил, как я танцую. Да-да. Вот, понимаешь, и я вспомнил, как я танцую. Так вот, те, кто делает новости, они танцуют вот так же, понимаешь? Потому что это профессия, это не любительщина. Мой муж, когда ухаживал за мной 17 лет назад, он обещал, что он меня обязательно научит танцевать. Сегодня я говорю, ну что, скотина, не научил меня танцевать. Наташ, я обещаю себе за год, что я научусь танцевать венский вальс, я тебя беру в пару. Супер. Мы тоже, кстати, решили идти на танцы. Да, но суть вот простая. Всем кажется, что это не профессия. Это, ну, а что-то такое взял да рассказал. Увидел, снял и поделился. Тогда в чем задача? Вот в чем? Стандарты должны существовать, они должны сохраниться. Журналисты должны понимать, как им быть в этих условиях, когда гораздо быстрее эта информация доходит до зрителя. Но, тем не менее, стандарты... Когда, ну, условно, ведь все говорят стандарты, никто не понимает, что это такое, да? Отделение факта от комментария, да, это стандарт. Тот, кто дает факты, не имеет права что-то комментировать, да? Ну, таких стандартов достаточно много. Ссылка на источник информации, проверять источники информации, подвергать сомнению, много. Потребитель, как и раньше, хочет иметь не просто информацию, он хочет иметь достоверную информацию, проверенную информацию, и которую ему еще разложат правильно. И все ускоряется. И в новых условиях журналистам приходится работать гораздо быстрее. Но, тем не менее, потребность в профессии, я думаю, она не меняется. Так чем будем торговать все-таки? Раньше торговали там лицом, инсайдом, там, кто раньше успеет и так далее. А сейчас чем будем торговать? Я старомоден. Я думаю, стандартами. Потому что услышать это одно... а получить достоверность. То есть не все могут сформулировать смысл. Мы будем торговать смыслами. Смыслы – это тоже. Но информация, ну, она же разная. Кто-то интерпретирует так, кто-то так. Я всегда захожу на... Ну, то есть я тоже сейчас не смотрю телевизор. Практически не смотрю. Я захожу на те ресурсы, которым я доверяю, у которых есть репутация.
репутация – та вещь, которая, я считаю, ну, останется. Хорошо, ну давай тогда поговорим про стандарты и про репутацию. Смотри, ну, основной вопрос, потому что раньше, когда говорили там, о новой журналистике, о передовой журналистике, всегда там вспоминали там, Политковскую, всегда вспоминали о Дмитрии, который погиб от взрыва, я забыла. Холодова, там, ну и так далее, и так далее. Ну, можно еще вспомнить там три десятка фамилий. И говорили что о том, что вот эти люди как бы не поступились, они там, ну, там погибли за свободу слова и так далее, и так далее. Я хочу тебя спросить, вот это основной вопрос. А вообще должна ли профессия журналиста быть, ну, да, героической? Обязательно вообще закрывать грудью амбразуру или там взрываться в редакциях или бороться против кого-то? Это вообще обязательно нужно? Это дело журналиста или это не дело журналиста? Или это просто так, знаешь, кто-то с какой-то целью просто заточил этот инструмент до бессмыслия? Тоже вижу здесь два вопроса. По поводу бороться с кем-то, да? Это миссия, чтобы с кем-то бороться, открывать кому-то глаза. Это значит, мы уже не отражаем мир, а мы формируем с определенной целью кому-то что-то доказать. Да? Считаю, что это уже пропаганда, ну как ни крути. Доказывать ничего не надо. Журналистика — это критический взгляд на мир. И все, и не более того. Мы карты, которые мы показываем зрителю, потребителю, и он должен понимать, в каком мире он живет. Вот мы отражаем мир, и мы формируем картинку мира, в котором он живет. И он принимает решение, брать ли ему валютные кредиты, жить ли в этой стране, голосовать ли, идти на выборы и так далее, и так далее. Но это сам он принимает решение на основе всего того, что он знает, и что мы ему даем. Это первая часть. Вторая часть по поводу риска. У меня была ситуация в Ингушетии, нас пытались похитить. Причем очень наглая группа приехали прямо к гостинице и ждали нас 5 человек. Это был бывший начальник охраны, бывший президент Ингушетии Зязиков, его родной брат. Мы посмели снять их дома, мы посмели снять объекты, на которых украли миллионы денег. В наглую. И когда мы обратили не в полицию, не к президенту, к лидеру местной оппозиции, который тоже был лидером местной группировки, у нас вытащил оттуда, я позвонил Марьяне Максимовской, тогда я работал неделю с Марьяной Максимовской на РЕН-ТВ, и говорю: Марьян, вот такая история, и, ну, это надо всем рассказывать, да, вот съемочную группу РЕН-ТВ пытались похитить. Она сказала: дорогой, это часть нашей профессии, понимаешь, это часть нашей профессии. Никто не специально не лезет на рожон, на грудь, на амбразуру. И понятно, что жизнь журналиста не стоит тех кадров, которые он снимает. Но ты об этом ведь не думаешь, когда ты это снимаешь. Ты всегда думаешь, что обойдется. Ты уже вроде как опытный, попадал в какие-то ситуации, обходилось. Потом начинаешь осознавать, что происходит. Я думаю, что Холодов не понимал, ну, вот до мы конца. Упомянули. Да, что вот если бы он точно знал, что цена вот этой информации – жизнь, не знаю. Какое бы он принял решение? Не знаю. Политковская – да. Там, но у Политковской она даже не журналист, она уже была правозащитник в большей степени, а общественный деятель. Ну да, у нее было несколько покушений перед этим, она уже прекрасно понимала все свои риски. Журналист может погибнуть. Его часть работы – быть в зоне горячих точек. Его часть так работы, же, как и Щекочихин понимал тоже. Рисковать. Это часть работы. Такая же часть работы, как у пожарных. Но мы же не говорим, что пожарные такие героические. Да? Слушай, ну, есть, потому что их не все знают. Есть еще одна такая неприятная опция, которую все избегают об этом говорить. Смотри, ну вот там свобода слова, да? Когда в этой стране все СМИ перестали быть государственными, и возник вопрос денег, да, дикого капитализма, кто платит. Вдруг начались все разговоры, что про святые идеалы, про то, что деньги ни при чем, но все брали деньги и так далее. И я помню, что один из самых ярких таких примеров — это история ТНТВ. Когда там «Газпром» давал деньги, и все жили на широкую ногу, и все ездили на дорогих машинах, получали огромные зарплаты, это было окей. Было и при Гусинском. Да, когда сказали, что, ребят, вы больше не защищаете «Газпром»,
вы больше не отрабатывайте наши деньги. Отдайте нам, идите с Богом, занимайтесь свободным телевидением. Все начали там собираться в митинги и кричать про святые идеалы. Ну, то есть, понимаешь, вот эта вот странная позиция, правда, когда, да, мы хотим рассказать, какие вы негодяи. Ну, знаете, хотим за ваши деньги, как ни странно, это делать. Вот тебе не кажется, что тут есть некое противоречие? Либо ты готов ходить в стоптанных тапках и защищать святые идеалы, а не ездить на новых мерседесах. Ну да, чем-то же надо заплатить за святые идеалы. Либо же ты тогда есть на этих своих мерседесах, но тогда не кричи про святые идеалы, что собственник, ну условный собственник, не должен тебя прессовать. Ну тут как бы или крестик снимите, или трусы наденьте. Одно из двух. Часто я слышу это мнение. Значит, моя позиция такова. Работа журналиста должна оплачиваться, как любая другая. То, что я работаю не бесплатно, а работаю за деньги, это нормально. Есть рынок труда. Если на рынке труда существует разброс того, сколько зарабатывает там ведущий, сколько зарабатывает репортер, то на этом рынке труда есть и потолки, которые существуют. Да? Если я зарабатываю потолок, я не вижу ничего зазорного в том, что на рынке труда моя фамилия стоит вот столько. Она стоит дороже, чем другая какая-то фамилия. Это, если бы я был юристом, была бы ровно та же ситуация. Я не о стоимости спрашиваю. Сейчас я скажу по поводу свободы и о соотношении денег и свободы. Коль скоро мы заговорили в НТВ, скажу так, что и до «Газпрома» был Гусинский. И это было олигархическое ТВ. И, естественно, НТВ тоже выполняло некий заказ, особенно в период вторых выборов Ельцина, когда и НТВ в том числе работало об этом книги целые написаны. На его победу. Но при этом было достаточно большое поле для реальной журналистики. Достаточно большое. Оно стало сжиматься, и журналисты и НТВ раскололись в тот момент, когда произошла смена собственников. И стало понятно, что собственником будет «Газпром», а это государство. А то, что Гусинскому выкрутили руки, сломали эту ситуацию через колено, было понятно, что государству НТВ нужно. А для чего нужно государству НТВ? Очень просто, для того, чтобы они не вякали то, что государство не хочет слышать. Украина. Мне просто интересно сравнить, потому что я относительно недавно, то есть я из России, и уже какое-то время здесь живу для того, чтобы понять ситуацию, и в то же время еще какой-то мне взгляд со стороны. Здесь тоже олигархическое ТВ. Да? Если бы его не было, олигархического ТВ, не было бы никакого ТВ. Вот просто никакого. Олигархам ТВ нужно. Да? Вопрос в том, какое поле для... Ну и понятно, что журналисты отрабатывают те вещи, которые олигархам необходимы. То есть есть политическое вещание. Не просто так они тратят огромные деньги. Это же не убыточная вещь. Да? Для того, чтобы делать приятное своему народу, рассказать правду. Нет, конечно. Но в чем отличие ситуации там и здесь? Ну, во-первых, еще говорю, чем просвещеннее олигарх, тем больше он понимает некую свою миссию перед страной. А свобода слова – это та ценность фундаментальная, которая нужна любому свободному обществу, да? Одна из самых главных либеральных ценностей. Слушай, где тут эта грань? Смотри, и подробно и сам Даренко неоднократно рассказывал, да и, собственно, и Березовский, и вот в этой знаменитой книге «Время Березовского» Авена многие вспоминают, как Даренко сотрудничал с Березовским, он совершенно спокойно принимал заказы, он воспринимал это как некую игру, вот он недавно рассказывал, авантюру, и совершенно как бы его не мучила совесть. Но в какой-то момент, когда случился Курск, вот. Он как-то так тормознулся и решил все-таки показать правду, да, о том, что случилось. Вот где тут? Почему там он спокойно принимал любые заказы, и они не всегда были красивые? А здесь как бы человек... Это вопрос случая, это вопрос, как заказывают, унижают или нет, ставят раком или нет, или это еще что-то? Давай так, значит, смотри. Для меня журналистика существует тогда, когда... Я говорю все, что я знаю, и мне дают возможность так говорить. Когда существуют так называемые неоперабельные зоны, я считаю, это уже не журналистика. Говорить о том, что было свободное телевидение в России в 90-е, это неправда. Конечно. Это неправда. Конечно. Да. Но был выбор между работать против Ельцина, за Ельцина, за Лужкова, за Гусинского. Ну, собственно, так построены медиа в Америке. Ты можешь с республиканцами быть, ты можешь быть с демократами, ты можешь... Слушай, у меня ощущение, что в Украине ведь тоже... То же самое почти, да? Можно против власти, можно за власть, можно как-то в стороне от власти. Выбор какой-то есть в соответствии с той гражданской позицией и взглядами на этот мир, который существует у тебя как у человека.
В России этого выбора нет вообще. Вот вообще. Поэтому выбор не всегда выбор между хорошим и плохим. Выбор может быть и между плохим и очень плохим. И ужасно. Но это все равно выбор. Это все равно выбор. Чем хороша для меня Украина? Тем, что она совпадает с моей гражданской позицией. Как ты вообще оказался в Украине и почему? Ну, да, ты же достаточно был успешный журналист в России. Тебя знали, ты преподавал, у тебя там была своя школа журналистская, ты работал на РЕН-ТВ, потому что ну, это был один из самых крутых каналов оппозиционного. Потому что там еще оставалась журналистика, уже все было утоплено. Вы знаешь, говорят, человек ушел из профессии, да? Так вот там, в том случае, профессия ушла от нас. Все, ее нет. В России, по большому счету, я не беру там дождь, ее нет. Ну что мне делать в России дальше, что я буду делать? Я когда уже... Оставалось «Эхо Москвы» и оставался «Дождь». Вот это тоже вопрос про деньги. Да? «Дождь» — это, ну, к сожалению, маленькие зарплаты, маленький зритель. Ничего не позволяет там сделать крутой проект. И вот на него тоже нужны деньги. Ну, конечно, да. Для меня Украина, она, конечно, я ее воспринимал не монолитом, не так, как сейчас, понимая, что здесь, какой расклад. Но тем не менее, для меня Украина жертва агрессии. И я переезжал в Украину не из Бельгии, из благополучной Германии, я переезжал из России. Для меня в этой связи, сравнивая одно и другое, много плюсов. Плюс заключается в том, что если сейчас у меня есть мысль делать там цикл исторических фильмов о преступлениях советской власти в той же Украине, я там это сделать не могу. А это отвечает украинским национальным интересам. Окей, если здесь такая возможность есть, и это совпадает с моим взглядом на мир, я буду это делать. Если у меня здесь закончатся все возможности делать то, что я хочу, и так далее, я поеду в Питахтикву водителем такси. Куда? В Питахтикву, город, ну, государство Израиль. Буду водить такси, я так думаю. Ничего, хорошие планы. Ты знаешь, я как-то вот в последнее время гоняюсь за своей профессией, она от меня убегает, но вот дальше Украина уже, мне кажется... За русскоязычную журналистку бежать некуда. Слушай, я с тобой планировала поговорить, потому что мы как-то с тобой записывались там, для другого проекта, о котором еще поговорим, и разговорились о том, что ты был консультантом, помощником, советником Кадырова. И это, конечно, ну, как мне кажется, колоссальный опыт вообще в жизни любого журналиста, ну, потому что понятно, что сегодня там Кадыров одна из самых, может быть, демонических фигур России, в российской политике, и там, ну, безусловный лидер там, мусульманского мира в постсоветском пространстве, и там многие говорят, вот, например, там Белковский считает, что он станет обязательно лидером, и не только постсоветском. Но сейчас мы не будем это обсуждать, станет или не станет. Но как вообще случилось ваше знакомство, и ну, вообще, что это был за период такой в твоей жизни? Леонід був одним із перших журналістів, хто знімав Рамзана Кадирова після призначення того силовим віце-прем'єром влітку 2004-го. Кілька років свого життя журналіст присвятив роботі в Чечні. Ба більше, особисто з теперішнім лідером республіки. Лише нам він наважився розповісти про той досвід. Зараз, мабуть, я ограничусь тим, що я розкажу лічну історію. Да? З некоторих пор я не... комментирую, хотя много мне предлагали и просили, не комментирую ни события в Чечне, ни самого Рамзана Кадырова. Объясню почему. У нас был период дружбы. Я ее не искал, в отличие от многих моих коллег, которые знали щедрость Кадырова. Она вот на меня, можно сказать, свалилась с неба, я ее не искал, так получилось. Значит, рассказываю. Это очень было просто. Это был 2006 год. Это давно. Рамзан Кадыров был тогда еще премьер-министром, а президентом был Алханов. Не помню, как его зовут, Алханов. И я делал сюжет без галстука, в формате без галстука про Алханова. Хотя уже было тогда понятно, что он слабый президент, временная фигура, и властные полномочия больше концентрируются у премьер-министра. И был такой момент в этом сюжете, который делал тоже для Максимовской, когда мы едем с ним в машине уже после длительного перелета ночного, он уснул. Я сидел с ним рядом на заднем сиденье. И он спит. Я предложил оператору просто сделать, ну такой достаточно забавный стендап, да, когда я говорю, президент спит. Uh-huh. Значит, камера переводится на Алханова, а Алханов спящий так. Там было многое. Мы в футбол играли, он там спотыкался, чихал, ездили к маме. Много неформальных моментов. И вот это все выходит в эфир.
Я понимал, что какая-то реакция, наверное, будет. А там еще была честь, посвященная Рамзану Кадырову. Там только-только образовались фан-клубы в его поддержку. Мы это тоже показывали. Там множество его портретов тогда появилось. И мне звонит на следующий день телефон, и я вижу, номер засекречен. Я беру трубку. Женский голос, вы Леонид Камфер? Я говорю, да. С вами хочет поговорить премьер-министр Чеченской Республики Кадыров. Я сразу вспоминаю все, что там было в этом сюжете. Вот вспомнить он, все. Вспомнить все. Сразу все вспомнил. И вот он говорит, Леонид, а кто дал вам право глумиться над нашим президентом? Я вполне начало. Осознанно так рабе говорю, Рамзан Ахматович, ну, и мы показывали его без галстука, неформально. Говорит, а чем ты показал, что он чихает, и он тебе спит, едет в машине президент по республике, он тебе спит? Говорит, ну не я же его усыпил. А вижу потом, что вроде бы что-то, какой-то подвох. А они хотели, чтобы сложилось ощущение у народа, чтобы он, президент, который никогда не спит? Не в этом дело, понимаешь? Я-то это расценил как некий человеческий момент, да? Но на Кавказе другое восприятие. Оно очень простое. Показывать, то есть если Колханов разрешил снимать его спящим, не было никаких запретов, вообще он позволил снимать какие-то такие вещи, он слабый президент, он слабый политик, он слабый человек. Слабый. Как только ты слабый, ты не можешь быть лидером. И это все, это даже дело не в Рамзане Кадырове. Вот так воспринимают. Сила, да? Вот ты сильный. То есть если он, ну, он уснул, но это естественно, если человек не досыпает, да, условно. Но он разрешил это еще показать. Вот в чем дело было. И Рамзан Ахматович воспринял это, ну вот, значит, как мы хотели его, ну не то чтобы унизить, но вот показать в таком неприглядном свете. И все просто. Раз мы показали его в неприглядном свете, значит, мы его друзья, я его друг. Я уже начинаю ему подыгрывать в этом телефонном разговоре. Он говорит, хороший фильм показал, да, приезжай в гости. Я говорю, мне в один конец брать билет или в два? Он говорит, на полном серьезе, в два конца. Я помню, когда я приехал в следующий раз снимать, у меня такое чувство было, что вся республика 10 раз посмотрела этот сюжет, все тыгали, вон этот президент. Никто не знал, как меня зовут. Вон идет, президент спит, вот он. И за это он мне многое прощал. Вот я никогда не делал какие-то люзоблюдские материалы о нем. Была ирония. Он эту иронию считывал, хотя я сначала думал, что нет. Но он все время смотрел на меня, президент спит, пошли обедать там, да? И это было достаточно легко. А где эти границы? Вот. Ты же восточный мужчина. Важный они... вопрос. Ну, я сейчас по поводу отношений власти и журналиста. Да? Я думал так, что я стою журналистом, и я использую эту дружбу для того, чтобы снимать те вещи, которые не даны снимать никому. Меня пускали снимать в любой момент любые вещи, которые связаны с Кадыровым. Я этим пользовался, и я думал, что это классно. Я не знал, какие границы. Существуют границы между отношениями между журналистом и властью. И они должны быть четко очерчены с самого начала. Они кем? Могут... Журналистом. То есть мы должны решать для себя? Власть всегда хотела бы, особенно если журналист... Ну, я тогда вообще был никто. Ну, я тогда им просто был как бы симпатичен тем, что я сделал. Но если этот журналист очень влиятелен, то власть его хочет купить. Не обязательно деньгами, хотя это тоже. Отношениями, дружбой. Тем, что ты, вот журналист, можешь стоять рядом с человеком, который принимает очень серьезное решение. Это льстит. Если ты не очень зрелый человек, каким я был тогда, это, конечно, льстит. Но есть следующий этап, который я... Ну, скажу так, я считаю, что у меня тогда не было выбора, но если бы у меня был выбор, и сегодня я принял решение так, как я это вижу, я бы этот выбор не сделал. Но тогда я его не сделал. Не сделал так, как ты сделал тогда. Как я сделал тогда, да. Суть заключалась в том, что была какая-то ночная беседа очередная, мы говорили про родителей. И он рассказывал про маму, он там сделал дорогостоящую операцию. Я рассказывал про ситуацию со своей мамой без задней мысли. Это был такой разговор. Через несколько дней мы ехали в машине, он молился, потом он сказал, я помогу твоей маме. Не было продолжения. Вот ни с того, ни с сего. Я говорю, ну, я не для этого говорил. Он сказал, ну, неважно, да?
Я приехал в Москву, ну, поговорили, думал, ну, мне тут же, я приехал в Москву, позвонил человек от него, приехал и помог. Если бы я тогда не принял эту помощь, мама не была бы в живых сейчас. И эту помощь никто не мог тогда оказать. Но сейчас я четко для себя понимаю, вот в этот момент я перестал быть журналистом. Потому что не только это были отношения дружеские, это были отношения, когда я обязан. Я не то что зависим, я обязан, я принял помощь. Я не могу об этом человеке говорить плохо. Я знаю, что многие журналисты попадают в такие ситуации. Ну, я не знаю, там сейчас, может, Аркаша Бабченко на меня там обидится. Я считаю, что у Аркаши тоже не было выбора, потому что речь шла о его жизни, там, я не знаю, жизни семьи, да. Но когда ты принимаешь помощь от людей, которые принимают решения, ты хочешь этого, не хочешь, ты зависим. Ты уже по отношению к ним не журналист. Ты не, уже не имеешь никакого морального права что-либо писать, потому что ты пишешь только хорошее, тебе никто не поверит. Никто не поверит. Так вот, когда через какое-то небольшое время, там месяца два, Рамзан Кадыров мне сделал предложение стать советником по телевидению, ну, то есть приехать и фактически поднимать уровень телевидения в Чечне, я не мог отказать, сказать, нет, я этого не сделаю. Я честно ушел из программы «Неделя», самой престижной, и это была мечта всего того, о чем я, ну, моя журналистская карьера. Я ушел, поехал в Чечню жить и пытался делать телевидение. Безуспешно. Почему, кстати говоря? Один еврей на миллион чеченцев очень мало. Нет, ну подожди, ну там же должны были быть какие-то одаренные люди, люди, которые стремятся, хотят. Конечно. Скажу так, понимаешь, это был 2007 год, это давно было. Это был период восстановления Чечни, очень бурный. Причем приезжать, восстанавливать Чечню приезжали многие. Но до Кадырова их просто тырили, и больше ничего. И только при Кадырове стало очень быстро развиваться. И мне это очень импонировало в тот момент. Я понимал, что, наверное, жесткая власть, она уже тогда была видна. А почему с телеком все же не получилось? Потому деньги что, тырили, ну, потому деньги что, были. Потому что запрос был другой, понимаешь? Я же понимал, что я не буду делать неделю с Максимовской. Но я понимал. То есть они хотели пропагандистскую машину такую но создать? Ну, я хотел хотя бы сделать журналистские форматы. Форматы. Хронометражи, жанры построить. Mm-hmm. Местное начальство, которое... не умела это делать и боялась это делать. А оно сопротивлялось. Почему? Потому что они боялись. Ну, я понимаю, я взял, приехал, уехал. Они там остались, им же ехать некуда. И они вот как вот какие есть, так лучше мы побольше дадим. Ну, вот сюжет, представь, в новостях 25 минут. Ну, выпуск новостей полтора часа. Понятно, что синхрон там может быть 10 минут, синхрон. Ну, лайв там, да? Это ну, очень долго. Ребята, ну, есть технология. Отделять факты от комментария, факты в закадр, комментарии в синхроне, уже автоматом все меньше. Сопротивлялись, не хотели. И я тогда пришел к Кадырову, сказал, вот показательно, как он принимает решение. И сказал, давайте так, я беру в новости в двух каналах свое личное управление 3 месяца. Вот как сделаю, так сделаю. Понравится оставить, не понравится, уберете. Угу. Через 5 минут сидели пресс-служба, министр, 2 канала. И он сказал, чувак хочет взять на себя ответственность. Интересно. Посмотрим, что получится. Люди, которые берут на себя ответственность, какие-то делают мужские поступки, ему импонируют. Вот эти 3 месяца я руководил, и там менялось. Но потом все пошел откат, потому что, ну, понимаешь, это не только в Чечне, так везде. Когда ты тусуешься за спиной руководителя, все видят, что ты при власти, и тебя боятся. А когда ты занят делом и никуда нигде не тусишь, то как бы думаешь, а, ну, значит, там можно где-то чего-то. Да? Мне фактически вернули все так, как было. Я подумал, что, наверное, запрос, в принципе, в тот момент был другой. Запрос был на то, чтобы его, в принципе, показывать как можно больше по телевидению. Вот его, в принципе. Нет запроса на форматы. 5 месяцев. Я развернулся и уехал. Я его видел в тот момент... С ним встречался реже, чем когда я был федеральным журналистом России. Ну, я так понимаю, что нет смысла у тебя спрашивать, как ты его оцениваешь как политического деятеля. Мы об этом говорить нет, не будем. Нет, конечно, я сознательно это делать не буду. Мы плохо расстались.
Это тоже показательно. Ну, вот я только хотела спросить, чем закончилась дружба, в конце концов. Да, это расставание и плохим расставанием. Я объясню, почему. И опять же, я понимаю, что я не понимал какие-то вещи, которые многие журналисты сегодня должны понимать. Если ты журналист и держишь дистанцию сознательно, да, у тебя там есть какая-то взаимная заинтересованность. Там, условно, через тебя дают сливы. Ты заинтересован в эксклюзиве. Да? Но в тот момент, когда ты становишься членом команды и другом, ты уже не имеешь права быть журналистом. Или одно, или другое. Нельзя сидеть на двух стульях. Да? И когда я вернулся обратно в Москву и делал сюжет про исламизацию в Чечне, она была достаточно критичная, такая критическая вещь. А в тот момент это только сильно разворачивалось, и это очень важное было для него направление. Он уже воспринял это, понимаешь, если бы я это сделал, когда не был его членом команды, нормально. А тут он меня уже воспринимал не как федерального журналиста, как своего человека. Он посчитал это предательством. И я понимаю, что были на это свои основания. Я не знаю, это звучит смешно, в украинском эфире говорю достаточно, может быть, комплиментарные вещи. Но ты понимаешь, что я сейчас по отношению к Кадырову не журналист. Я человек, который помнит благодарность за то, что он сделал для моей семьи. И я не могу ничего сделать с этим. Тебя эта история была уроком? Да, конечно. Это естественный урок. И, ты больше не поддавался соблазнам сближаться с сильным мира сего? Нет. Нет. И считаю, что это очень опасно. Да? Либо кукарекаем, либо не кукарекаем. Потому что по-другому быть не может. Потому что все равно, так или иначе, ты будешь кого-то использовать, чтобы зарабатывать, или тебя будут использовать, чтобы пиариться. Слушай, а ты слышал эту песню Слепакова? Рамзан, Рамзан, Рамзан. Я слышал. Про чемпионат мира. Я слышал. А Слепаков перешел границы? Показывает его в слабом виде, он насмехается, или он, наоборот, написал лестную песню для него? На нее же можно по-разному посмотреть. Слепаков говорил, что его звонили из республики, просили извиниться, но извиняться он не будет, потому что он не понимает вообще, а за что, собственно говоря. Ну, если звонили из республики... Не Кадырова, а какие-то там люди, которые... Кадырову нравятся люди, которые чего-то не боятся. Ну, скажем так, это интересная вещь вообще, да? Это, понятно, интересный опыт, который, наверное, во многом останется со мной. Но он мне говорил, мне нравится, что ты ничего не боишься. Потому что я неправда не делал о нем никаких люзоблюдских сюжетов, да, когда я оставался максимально. Это было бы невозможно. Я не определял политику программы. А у программы была политика очень простая, да, оставаться журналистами. Поэтому мне трудно сказать, как он сам воспринял эту песню. Очень трудно. Тебе песня понравилась? Я не буду отвечать на этот вопрос. Понятно. И вообще я могу сказать такую вещь, что, конечно, очень многие думают о том, что он какой-то хотя уже, конечно, в меньшей степени. Вообще, условно, Рамзан Кадыров 2007 года и 2017 или 2018, это уже немножко другая история, да? Но я помню в тот момент... По мере того, как он наполняется ресурсом, он становится другим человеком, естественно. Опытом. Мы как-то ехали с ним в машине, он мне рассказал забавную историю о том, как приехали очередные французские журналисты, которые наслушали всяких басен о том, что он какой-то неотесанный, с гор спустился и так далее. Он это понимая, начинал им подыгрывать, начинал рычать. Они его очень боялись. И он с таким смехом это рассказывал, что они его так воспринимают, потому что он все абсолютно адекватно понимал и оценивал. Абсолютно адекватно. Он играл с ними. Я думаю, что в какой-то момент надоели все игры. Зачем? Это раньше, наверное, было забавно. После того, как вы расстались, никто из вас не делал попыток даже общаться или встретиться друг с другом? Нет, у нас была встреча. Я уже не имел никакой возможности, собственно, инициировать ее. Так получилось, опять же, что Марьяна Максимовская уже ушел из ее программы. Она была, у него брала интервью, он спросил, где конфер. Она сказала, что ушел. Он мне позвонил спустя несколько лет. Я взял трубку, говорит, привет, как дела? Я говорю, кто?
Рамзан. Я говорю, какой Рамзан? Он говорит, Кадыров. У меня сразу все опустилось. А он говорит, ну вот мы общие знакомые рассказали о том, что ты ушел, и это чего-то. Я попросил встречи, мы встретились, переговорили. И переговорили, этом, это помирились? Ну, я думаю, да, раз ничего дальше, никакого продолжения не было. Еще раз я могу сказать вещь, которая, наверное, не понравится. Я прекрасно все понимаю. Я человек, который живу в реальном мире, я знаю все события, читаю все, что происходит. Но у меня есть моя личная история, которая меня заставляет быть ему благодарным. И поэтому я не имею права что-либо комментировать. Плохо ли, хорошо ли. Окей. Поговорим о том, о чем мы можем говорить. Смотри, ну, там, условно говоря, достаточно недавно в твоей жизни, ну, как бы это случился третий этап, и, может быть, самый такой драматический, наверное, следующий. Поэтому, вот да. Он случился, поэтому я это все рассказываю. Может быть, да. И, конечно же, благодаря этой истории, да, ну, изменилась вся твоя жизнь, и ты много переоценил. И вот давай прям посмотрим сейчас скелет, а потом у нас есть такая рубрика, она совершенно маленькая, крошечная. Коли стало відомо, що у Леоніда онкологічне захворювання, він в одну мить залишився і без роботи, і без дружини. Вот я хочу спросить, ну, на самом деле, каково это, да? Потому что, когда, ну, это достаточно страшная вещь, когда вообще, в принципе, это с человеком случается, и когда вот это подходит близко, это неизвестное нечто и страшное, да, которое там, вот, и ты всегда опираешься на тех людей, которые рядом, а потом оказалось, что и на это опереться нельзя. Ну, вот эта тема еще сложнее, чем Кадыров. Я когда узнал о том, что у меня рак мозга, я увидел снимки, прочитал диагноз, это момент, когда рушится вся жизнь, все планы, которые ты построил, все. Ты понимаешь, что впереди нет ничего. Тем более ты знаешь, что с твоим знакомым была похожая история, он умер меньше, чем за год. Но ты все равно что-то делаешь. И когда сказали, что это операбельно, и есть шанс, и надо сделать все, чтобы продлить жизнь, я полетел в Израиль, со мной была моя семья. Это было очень важно для меня. Понимаешь, когда живешь, ты уже оценишь свою жизнь от программы до программы, от фильма до фильма. Я могу многие своих годов вспомнить по тем сюжетам, которые я делал в Максимовской. Одна неделя, один сюжет. И вдруг ты понимаешь, что самое главное в жизни вообще не это. Вообще не это. Самое главное в жизни – те люди, с которыми рядом. Ты задерживался на работе до 12 и мог делать это осознанно или без необходимости сидеть на работе. Так привык уже. Или отношения, может, были плохие. Но в этот момент ты понимаешь, что, блин, столько времени потеряно зря, а ты мог его провести своим ребенком, своей женой, своей семьей. И когда я готовился к операции в Израиле, это самые тяжелые моменты, которые мне пришлось вспоминать, я сейчас стараюсь даже не вспоминать это все, как мы играли, у меня 4-летняя дочь Сашка, мы играли на площадке, я подбрасывал. Это было счастье, потому что я не знал, проснусь ли я, каким я проснусь. Зона мозга отвечает за память и речь. А перед самой операцией, в предоперационном блоке, консультант, которая меня вела, она рассказывала, она психолог, она уже столько всего повидала. У нее есть масса заготовок, как взбодрить человека перед операцией, потому что, ну, все в панике, все в панике. Это же происходит вот так. И все. А тут я ей все рассказывал, и она хохотала. Я рассказывал историю знакомства, я рассказывал историю каких-то наших приколов. Я говорил о самом важном для себя в тот момент. Я говорил о своей семье. А что, о чем еще можно говорить перед такой операцией? И когда я проснулся, первое, что услышал, это был голос жены. И у нас было много разногласий, противоречий, отношения у нас были не самые лучшие. Я все простил в этот момент. Не то, что простил, вообще ближе, более святого человека у меня в жизни не было. Я очень поверил в эту историю, что семья самое главное.
Для меня было полной неожиданностью, когда я понял, что моя семья — это фейк. Давно. Иллюзия. То, что для меня реально существовало. Вот с этим очень тяжело справиться. Это гораздо сложнее, чем рак. Я, честно говоря, сейчас, может быть, ну, у меня не самая драматичная история рака, да, наверное. Но, тем не менее, это все равно онкология. Это все равно ограниченные сроки жизни, все равно некая статистика по моему заболеванию. Это все равно в любой момент, ведь мне не всю вырезали опухоль, у меня часть опухоли осталась в голове. Я живу, пока она не растет. Но когда случился разрыв семьи, я, когда делал МРТ, вообще не думал о снимках. Мне вообще было все равно. Я думал о том, что с нами происходит. Мне было вообще все равно. И рак совершенно для меня не... И говорю, когда люди депрессируют из-за рака, мне смешно. Потому что страшнее рака – это не любовь. Страшнее рака – это потеря семьи. Я же потерял нелюбимого человека. Я потерял еще возможность жить со своим ребенком. Потерял вообще мир, в котором я жил. И остался один. Ведь умирать страшно, но еще страшнее умирать одному, когда никто тебя не держит за руку. Это еще страшнее. А ты думала, знаешь, всегда же, когда с нами что-то происходит, когда оказывается, что нас больше не любят, или еще хуже, когда оказывается, что нам лгали, что нас любили, а на самом деле не любили никогда, мы начинаем метаться и думать вот внутри себя, и думать, а где, как я это пропустил, как я это прозевал, может быть, наказания без вины не бывает, может быть, какие-то органические, знаешь, сдвиги, вот, того, что было здесь, и это как компенсация за что-то. Вот. Смотри. Ну, да. Человек, который... Как вот справиться с этим всем? Мне человек, который меня вел в Израиль, сказал: чувак, ты умер. Вот, ну, каждому отмерен какое-то количество жизни. У тебя столько, у кого-то меньше, больше. Ты свою прожил. Благодаря хирургу у тебя бонус. Подумай, на что он тебе. На что ты его потратишь. Я теперь точно знаю, что первое, на что мне его приходится тратить, это я плачу за те свои грехи, которые были у меня раньше. Я заплатил очень высокую за эту цену. Второе, чему учит рак, то, что тебе жизнь дает шанс привести ее в порядок. Да? Навести порядок в своем рабочем столе, закончить то, что ты начал. Сказать главные слова, кому надо сказать, помочь, кому надо помочь, привести в порядок. Третье, если повезет, что пытаюсь сделать я? Создать и начать чего-то новое. Первое уже случилось со мной, я плачу. Как с этим справиться? Минусы обратить в плюсы. Я себе в какой-то момент сказал, я никогда ни во что не верю в какие сверхъестественные вещи. Никогда. Но так же вот случилось, что у меня в один день совпал официальный развод, расставание с официальной работой, ну и так далее. Да? Я стал совершенно один. То есть жизнь взяла и смахнула все фигуры с моей шахматной доски. А на канале тебе тоже сказали, что... Канал меня очень сильно поддерживал, но дело в том, что я понимал тоже, что меня брали под конкретный проект, который не случился. Еще достаточно долгое время меня поддерживали, но в конце концов нужно было решать, куда. Да? И поскольку мы поговорили и поняли, что, в общем-то, точек соприкосновения нет, а проекта тоже нет, я совершенно спокойно сказал, вы знаете, да. И я понял для себя, что рак убирает из моей жизни все неправильное, все лишнее. Да, все ложное. И самое интересное, в этот же день вечером мне позвонили, предложили большой документальный проект, который бы я не пошел бы, если бы я оставался на канале, потому что я был обязан, но мне поддерживали. А да. Что это за проект на три буквы? Вот расскажи хотя бы немного. Проект на три буквы. Когда со мной случилась вот эта вся история с операцией,
хочешь ты, не хочешь, ты или иначе оборачиваешься назад, смотришь на свою жизнь. Да? Моя жизнь — это журналистика, 20 лет. И мне стало интересно, вот во что превратились мы, поколение, вот мое, 40-летних, кто застал еще перестройку, там, свободы какие-то, сейчас вот эти несвободы. И что стало с нашей профессией? Вот тех стран, где жил, работал. Беларусь, Россия, Украина. И я снимаю об этом фильм. Рак — это всего лишь повод об этом поговорить, потому что рак — это лишь вот мне дал толчок об этом подумать, подвести некие итоги жизни. Я с ним этот фильм снимаю. Он еще в процессе. И он меня, он гораздо глубже, чем я даже думал изначально. Потому что фильм не столько про профессию, сколько про ложь. Ложь в журналистике приводит к пропаганде, пропаганда приводит к войне, война приводит к Аушвицу, условно. Ложь в жизни приводит к крушению всего. К изменам, к предательству. Вот Жванецкий хорошо сказал, он сказал: «Ничто не ранит так больно, как осколки собственного счастья». Вот, и родился, то есть проект на три буквы стал гораздо шире. Я думал, что этот проект — это только вот этот фильм. Я, когда оказался на самом дне депрессии, я не знал, как с собой справиться, я для себя решил так, смахнули все фигуры с доски, окей, жизнь мне бросила вызов. Она сказала: я у тебя забрала все, что ты чем жил, окей, это вызов. Значит, она тебе говорит: ну, поднимешь ты это или нет? Если ты это воспринимаешь как вызов, значит, включается злость, включается агрессия. Я скажу так, когда я был в Израиле, со мной рядом была дочка 4 года, которая ничего не понимала, что такое рак, что у папы после операции рука не работает, да? Носи, бросай, кидай и так далее. Мне очень важно было, что я человек, который меня не жалеет, для которого я такой же нормальный, как и любой другой. Я стал по-другому относиться к ситуации с расставанием с женой. Я для себя решил так: она же тоже меня не пожалела. Значит, она дала мне понять, что со мной все в порядке. Да? Со мной все в порядке. Чувак, мне тебе не жалко. Давай. Лёнь, ну мы в финале. Иди. Я тебе хочу задать, может быть, главный вопрос вот из этой третьей части нашего разговора. Смотри, люди же удивительное существо, мы все. Когда у нас все хорошо, мы живем так, как будто мы бессмертны. Да. Ну, то есть мы там растрачиваем время, мы не жалеем себя, мы не жалеем людей, мы там уничтожаем свое здоровье, мы уничтожаем свои человеческие связи, мы уничтожаем свою любовь. Мы, в общем, как вот напалмом выжигаем все, что можно, как будто мы заряжены на самоуничтожение. А потом, ну вот, например, приходит рак или еще какое-нибудь горе, да, и ты вдруг понимаешь, что у тебя не только нет времени, у тебя нет и... ну, как бы смысла на лишнее, на уничтожение. Если ты можешь, то можешь только создать. Ты можешь еще успеть там снять фильм, ты можешь еще успеть дописать книгу, ты можешь еще успеть там, там столько-то раз обнять своего ребенка или своего близкого друга или еще что-то. И каким-то ну, волшебным образом там жизнь действительно обретает смысл и очищается. Скажи, а вот это обязательно получить от мироздания что-то такое, вот, чтобы ну, вот, почувствовать глубину жизни или необходимость? Или это будет вечная история Банк Империал с нами, со всеми? Зависит от человека. Многим не надо. Мне понадобилось. А многим это не помогает. И в моем случае рак оказалось слишком мало. Нужно было, чтобы еще мне пендель дала моя ситуация личная, для того, чтобы я так сказал: стоп, ребят, стоп. Как? Я буду создавать что-то новое. Свою, вообще себя создавать с нуля. Сказать, что я буду тратить время только на любовь, это очень сложно. Это не схема, жизнь не схема. Очень много вещей, которые ты в себе даже не ожидал, которые поднялись из дна. И это не самое лучшее чувство, в том числе. Ты хотел бы любить, ты бы хотел, чтобы у тебя была семья, близкие люди, кто-то тебя держал за руку. Но есть ощущение плохих вещей, да, и чувство справедливости, которое кажется, что его нет, и даже чувство мести. Это очень тяжело с этим справиться, очень тяжело с этим справиться. Я тебе скажу честно, я до сих пор борюсь с этим. Но... И для меня вопрос самый важный: что сильнее, любовь или не любовь? Ну вот это же рост души. Да. Когда больно, растет душа.
Как и все остальное, какие мышцы и душа. Лёнь, я загадалась. Во-первых, мы всегда же небольшие подарочки дарим. Такой красивый блокнот. Я обожаю. Делай с ним что хочешь. Пиши там какие-нибудь свои мысли. Я до сих пор, кстати, я уже очень редко пишу ручкой, но я до сих пор получаю адское удовольствие, когда я могу выводить, знаешь, там какой-то ручкой что-то. Это одно. Или подарим, дочке посрисует. Но я себе загадала, что я там, ну, понятно, что мы дружим, и мы без этого будем видеться. Но я себе загадала, что раз в год мы с тобой будем обязательно встречаться, чтобы говорить о том, а что произошло. Ну, потому что это очень важно. Смотри, во-первых, через год должен подвести итоги своего проекта. И вот сейчас это еще одна цель. Потому что у меня рука после операции не работает. У меня вырезали часть мозга, отвечаешь за руку. Я тебе должен написать очень красивым каллиграфическим почерком красивый текст. Через год ты его должна прочитать. Все, супер. Вот спасибо. Это тоже задача. Да? Спасибо большое. Что ж, друзья мои, сегодня была в эфире программа «Порщедрухи». У нас в гостях был журналист Леонид Канфер. Я абсолютно впевнена, що ніхто з вас не переключився. І я абсолютно впевнена, що більшість з вас просто подумала про своє життя і про, знаєте, оці пропорції, скільки в світі, от в вашому власному світі, скільки там любові, скільки там нелюбові. Це дуже важлива тема, можливо, найважливіша у нашому житті. Прощаюся з вами до наступного разу, бережіть себе.